вторая партия финального матча чемпионата мира. Команды на площадке замен нет. Ну, у кубинцев, конечно, реально это одна замена. Это диагонального они меняют периодически. Ну, да. Иногда выпускают Белла там на какой-то совсем микроэпизод. Да. Заднюю линию пройти, да, большей частью. У бразильцев побольше здесь выбор. И двойная у них хорошая. И, в принципе, Жиба есть на всякий случай. Да, и Седау хороший, очень центральный. Наверное, мало уступающий тем, кто на площадке. Я уже не говорю про отдельно там замену. Марлон как выйти может. Ну, в общем... Да и Браво, вот, который совсем редко появляется, у него здесь очень высокое реноме в Италии. Он все время играет в серьезных клубах, всегда в составе. Игрок очень опытный, так что... Ну, потому они и чемпионы мира, бразильцы, да, что у них действительно есть взаимозаменяемость в команде и не играют одним составом. Очень бы хотелось рассказать вам о статистике, какие-то привести цифры, данные, потому что я знаю, что многим это интересно, кто сколько очков набрал, какой процент там или в другом элементе. Но, к сожалению, мы этого лишены, потому что сидим под самой крышей, да, до нас статистика не доходит. Да, поэтому может, принесут еще, будем надеяться. Организаторы турнира, конечно, не очень... заботиться об этом аспекте работы. С другой стороны, колоссальный интерес. И очень много комментаторов здесь работает. Несколько ярусов позиций. И финал чемпионата мира, этим все сказано. Поэтому тут... Когда закончился матч за третье место, была пресс-конференция тренеров команд Сербии и Италии и капитанов команд. Конечно, пробиться туда было просто невозможно. То есть я зашел посмотреть и увидел, что там даже зайти невозможно. Насколько интерес действительно к волейболу в Италии огромен. Опять на подаче Мурило. Сложно все начинается для кубинцев. Тут еще ошибка при передаче. Рисуэлла, зачем ты решил идеальные условия для атаки вот из такого момента создать? Надо бы попроще играть все-таки. 3-0, это серьезно. Не ожидал, честно говоря, такого начала. И уж, наверное, кубинцы его не ожидали. Но выход один. Как-то принять и отдать Симону. А вот и статистику нам принесли. Ну, вот сейчас Павел ее изучит. Специально сказать надо было, чтобы ее принесли. И опять подача какая сложная. Тут о первом темпе речь не идет. Надо выручать нападающим, а у них абсолютно ничего не получается. Ну сколько-то, 3 метра в аут сейчас запускает мяч Эрнандес. Что, тратить Блэквуду тайм-аут? Ну что, этот самый Симон 4 из 4, 100%. Дали бы больше, забил бы больше, да, как да, говорится. Я говорю, зря по атаке кубинцы превзошли бразильцев. Незначительно, но превзошли. Но бразильцы существенно сильнее на приеме, на подаче приблизительно. Вот до первого темпа ситуация. Нет, играет через Эрнандеса, тот забивает. Важное очко бразильцев, им надо было слезть с этой подачи. Но Мурило свое дело сделал. Вот он первым выходит подавать и сразу задел. Всегда на его подаче какой-то у бразильцев есть. Даже если нет эйсов чистых. Ну и вернемся к первой партии. Преимущество на блоке у бразильской команды по сравнению с кубинцами. Очень грамотно, очень мудро сыграл Данте. Не очень была удобная передача. В какой-то степени, может быть, он сам под нее неправильно вышел. Посмотрите. Ну, он сам себя и страховал. Да, сам себя страховал, исправил эту ситуацию и выиграл ее для своей команды. Данте, конечно, великий игрок. Почему же не Симона на передней линии игнорирует? Странно. Понятно, что его стерегут, но он-то этого не замечает. Но посмотрите, сейчас-то как раз его не стерегли. Если пайп у нас пришелся практически на тройной блок, это значит, что Симоном отреагировали недостаточно хорошо, чтобы пайп прошел. Вчера все пайпы проходили на ура. Вот сейчас он сам себе. Нет, не дают его упорно. Что творит связующий, непонятно. Ну, кубинцы играют сейчас в свой волейбол. Если бы они играли так вчера, то не играть им в финале. Да, тут ничего не получается у волейболистов с острова Свободы. Хотя и бразильцы стараются не терять. Ну вот и Симон, ну тут зацепили. Везде стоят бразильские игроки. И невозможно мячу упасть на площадку. А в свою очередь они находят какое-то место на кубинской. Посмотрите, тоже вроде и передача неудобная, и мяч троса задел. Но несогласованность кубинских повезло, защитников. Повезло, да, повезло здесь. Да, несогласованность. Мог брать диагональный. Влез связующий игрок. И происходит замена связующего. Посмотрите. Ну, она напрашивалась. Честно говоря, он провалил начало сета. Вот вроде мы так его хорошо характеризовали. Но то, что есть, то есть. Две игры пока не может выдать одинаково. Аут. Данте все-таки не безгрешен. Искал пальцы. Сознательно бил такой удар.
показывает, что был у кого-то там блок. Но судья, да, прекращает всевозможные разговоры. Смотрите. Очень опытный судья. Естественно, чемпионат мира, финал чемпионата мира не доверит другому судить. Прекращает всевозможные разговоры и возвращаемся к волейболу. Еще раз ошибается Данте. Хо-хо-хо. Да, непривычно, да? Обычно если, это игрок очень аккуратный. Да, еще если учесть, что он пайп ударил в первой партии в аут, то это да, вообще... Да, и тогда же не принял после пайпа сразу. То это вообще удивительно. Большинство ошибок на него. Но вот будет логично, если подача на него сейчас полетит. Ну, кто-то пытался. Пытался. Да. Причем знаем, что у Леала это нелюбимое направление. Да, он первую зону любит. Он любит подавать по первой зоне, но понял, что какая-то слабина есть у Данте и правильно подавал в него, но подал в сетку. 8-3. Многовато, если говорить с точки зрения интриги. Сейчас кубинцам вновь надо что-то придумывать. Тем более они вот этот минус получили на своей сильнейшей линии, когда Симон у сетки, забыв о нем, совершенно верно. Ту ошибку, которую сделали наши ребята, забыв о Дмитрии Мусерском в матче с сербами, сейчас совершают и кубинцы, забывая о своем лидере, который, еще раз говорю, нападает со 100% надежностью. По первой партии 4 из 4. Причем я не раз видел в предыдущие сезоны, а кубинцы с нашими играли немало, это можно было видеть, когда Симону едва ли не метр пасует в центре сетки, когда неудобно, и он и с этим справляется спокойно. Поэтому какие-то доигровочные мячи можно о нем не забывать, он что-нибудь придумает. Ну, посмотрим. Ну, поэтому и произошла замена связующего, потому что тренер четко увидел, что рисунок игры поменялся, и поменялся не в лучшую сторону. Ну, сейчас надо только понять, на что готов Диас, готов ли он к скоростной игре в центре сетки, потому что предыдущий связующий, один раз неудачно отдав Камеха, забыл о нем напрочь, выключил из игры абсолютно, и этот игрок так, в общем-то, для блока остался. Ну, вчера совершенно другую игру вел Иризуэлла, и, конечно... Очень жалко, что не имеет пока стабильности кубинский связующий. Вот, ну вы вот посмотрите. Да, ну а что тут? Что нужно было сделать? Как заказывали. Да, да. Не мудрство и лукаво отдать Симону. Там как паровым молотом просто. А его бросили, это, да. Посмотрите, бросили Симона. Не поверил Лукас, что может отдать первому темпу Диас. И ушел в край. Данте практически один в один с Симоном разбирался. И, конечно, не справился. Рискует. Ну а что делать? И хорошо. Выбивают рискует. Вверх. Вот сейчас тройной блок должны поставить кубинцы. Да тут забросить. А чем ты трогаешь его? Ой. Зачем ты трогал? Загад. Это просто загад. Какие-то детские ошибки. Мяч-то в аут, по-моему, летел просто прямым ходом. Ну вот только вышел, еще не освоился, вот машет руками. Извиняется, да. Ну ладно, там еще можно и подсвистнуть было, и касание, сомнительно. А непонятно, было. Что это было за касание, то ли это блок, первая то ли блок, то ли защита. Потому что он прыгнул и в высоком прыжке его коснулся. Как его квалифицировать, этот мяч? Ну что, Симон? Продолжает. Да, без первого темпа оставил Бразилию второй раз. И там защитка, ну рискнуть надо, да, это как раз задней линии задний игрок. Не мог. Симон и был. Ну когда-то Данте должен уже забить. Вот сейчас может быть. Нет, отыгрывается. Посмотрите, Данте пока... И пайп. Очень удачно. Вот чем все хороши бразильцы. Да. Терпеливо играют. Терпеливо. Посмотрите, Данте мог уже 3 или 4 раза рискнуть. И он все эти разы дожидался того момента, когда либо кубинцы ошибутся, либо будет наивыгоднейший момент для атаки. В данном случае кубинцы, я считаю, ошиблись на блоке. И опять же выиграли затяжной розыгрыш бразильцы за счет своего терпения. Да, ну вот сейчас кубинцам третьих съема быстренько проскочить, пока нет Симона. А там, глядишь, и зацепится. Все-таки, действительно, без его участия не обходится здесь ничего. Хорошо подает Данте, но замечательно принимает. Вот первый темп. Нужный. Вспомнили про Камеха. Там немножко загрузить центрального. Видимо, Диас вышел именно с заданием загрузить первый темп. Причем так, по ощущениям, он более корявенький пасует, да, первым темпом. Ну, забивают, главное. Ну, если бразильцы бросают первого, то, конечно, надо забивать. А они его стали бросать. Нет, висок-то линию открывать категорически нельзя. Категорически нельзя. Потому что это его излюбленное направление, как у многих диагональных игроков. Его нужно заставлять уходить в диагональ и там искать удачи в его ошибке или в игре в защите. Причем прижал ногу практически к линии сейчас Либер, и все равно в саму линию мяч попал. Отработан хорошо этот удар. Да.
Ой-ой-ой, что это было? Это первый темп не состоялся. Ну, если человеку сказали пасовать первым, да, он уже будет пасовать из 10-10. Ничего другого и не думает, да. Но там же не Симон, который все что угодно перебьет. А этот Камех, он даже не пошел, посмотрите. Да, да. Он даже не поверил. Такой доводки. Последний раз и остановился. И не выпрыгнул. Да, собственно, наверное, даже и не скажешь, да, на повторе, что только связующий виноват. Похоже, игрок-то совершенно верно. Доработал. Совершенно верно. Он просто не выпрыгнул на свой, он не выполнил ту работу, которую ему необходимо делать, ради чего он находится на площадке. А уж паснет тебе связующий или нет, это уже да, совершенно другой вопрос. И сдать, конечно, да, конечно. И практически теперь уже к Диусу нельзя предъявить претензии, если он наверняка получил эту установку пасовать первым. Он ее четко выполнил. А вот Камеха сыграл очень недисциплинированно. Пока у нас абсолютно одинаковый сценарий в обеих партиях. Провал на старте кубинцев, и потом они игру выравнивают. Но вот где искать эти очки недостающие? Очень сложно. Орландо Блэк, вот, конечно, задумчив. Наверное, все-таки они надеются на свою подачу. На что им еще надеяться? Атака и подача. Вот два козыря кубинской команды, которыми они могут подавить бразильцев, если это пойдет очень хорошо. Но пока бразильцы, надо отдать должное, обороняются очень достойно. То есть, конечно, атака Кубы – это отдельная история, но против любой атаки можно построить грамотную оборону, что бразильцы демонстрируют. Да, безусловно. И вот сейчас вроде бы не повезло, но не безнадежная была ситуация. Чуть по-другому отскок, и мяч поднимался. Но вчера они убивали сербов. Там сербы ничего не могли сделать в атаке. Проходили все пайпы. Проходила на одиночном блоке практически всегда атака из четвертой зоны. То есть вчера мы наблюдали другой волейбол. Жалко, что наши зрители не смогли, не все, вернее, зрители в России смогли понаблюдать за этой игрой. Справляются, справляются. Ох, какая хорошая защита. Но сейчас нужно дать качество и забить этот мяч. Повезло. Там потрясающий, потрясающий. Он далеко в ауте, едва не наткнулся просто на этот мяч, но как-то свалился буквально в сторону, по-другому. Браво, Куба, браво, Куба. Весь зал скандирует, весь зал просит кубинцев продлить волейбольное зрелище, ради которого все здесь собрались. И вот эти вот, конечно, эпизоды, они приветствуются на ура зрителями. Десота. И четвертая зона для него не проблема. Но вот... Прошел, прошел. Симон показывает, что это его ошибка. Потянул руки к своему крайнему. И за счет этого, посмотрите. Ну, Висотто вот так уверенно к званию MVP турнира идет. Вот по финальной пульке, по крайней мере, он действительно сильнейший в своей команде. А если команда выиграет, как правило, MVP всегда из состава победителей. Мурила. Вот, более-менее справляется, страховать. Там и Симона даже зацепили. Но уже вдвоем его ждали. Да. Смотрите, посмотрите, как кубинцы страхуют. И все-таки в линию проходит. Да, все-таки проходит. Ему закрывают линию из 10-10. Да. А он все равно в нее бьет и проходит. Вы понимаете, какой настырный парень, посмотрите. Да прыжок сумасшедший. Ну, все равно в линию. То есть это потрясающе. Там остается 2 сантиметра, он все равно эти 2 сантиметра свои находит. Такое ощущение, что поверх антенны надо идти. Он там и идет. Высота колоссальная. Чуть-чуть не попадает в площадку сейчас. Эрнандес, может быть, еще и не везет кубинцам. 49. Ну, конечно, так далеко отпускать Бразилию, если ты хочешь у нее выиграть, просто нельзя. Это да. Догонять бразильцев хуже нет. Ну, вот с атакой у Эрнандеса проблемы. Видите, диагональ? Направили в диагональ Висотто, и сразу идет ошибка. Потому что